Денежные знаки из фонда Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кикельбаева. Так называется книга-каталог, презентация которой была приурочена к 30-летию национальной валюты тенге. Книга-каталог охватывает историю денежных знаков, имевших хождение на территории Мангистау со времен царской России, временного правительства, с образования Советского Союза вплоть до его распада. Особое место в фонде музея отведено национальной валюте тенге, которая претерпела немало изменений с начала обретения страной независимости. Каталог составлен фотографом Раушан Молбаевой под редактурой краеведа Султанбека Худайбергена. В этом каталоге мы собрали все денежные знаки, имевшиеся в обращении в Мангистау. Мы разделили их на 5 временных периодов. Этот сборник предназначен для всех исследователей в сфере нумизматики, школьников и студентов. Фонд музея содержит свыше 1000 монет, более 400 образцов бумажных денег. Большинство из них было обнаружено в результате археологических раскопок на территории региона. В настоящее время в фонде музея зарегистрировано 1116 монет и 459 бумажных денежных знаков. Сегодня мы представляем вам историю денег в хронологии от времен, когда Мангистау входил в состав Закаспийской области, и до современной постсоветской эпохи. Гости выставки подчеркнули важность презентованного каталога для просвещения подрастающего поколения в области истории. Также среди школьников и студентов провели викторину на знание истории национальной валюты. Ирдос Кужантайлы, Саламат Каипов, Дидар.